Ну где? Всем привет, ребят, с вами Виктор Автохотный. Где вы можете еще найти вот это вместе? Пасифику, которую часто многие из вас ищут. Сокровища типа таких вот газонокосилок. Да-да, это Treasury Hunt, Grass Comper. И вот этот вот Вен. Вместе два. Еще бы третий найти. Король, королева. Есть еще валет, который сокровищем является. Он уже из новых кастингов. Форд Мустанг. Кабриолет тоже классный очень. Вольвочки с первых выпусков еще, универсалы. Их тут раз, два, три. Куча. Форд GT, который когда-то сокровищем был. Но это обычная версия. Смотрите, какой классный универсал. Big Crate. Или это 8 Crate. 8 Crate, 8 Crate. Вот такие вот Форды. 32-го золотые. Кайф вообще. Старые, конечно, выпуски. ID-шек нету. Сокровища, вот я вам показал уже. Супер сокровищ тоже не вижу, но вот так вот как есть здесь в этом магазине. По-быстрому вам показываю. Всегда засматривайте вверх, потому что здесь бывает валяется что-то интересное. О, вольво. Вот такой вот прикольный боуншейкер валяется. Это у нас 2019, по-моему, кастинг еще был. Сосиска. Смотрите, какой прикол, а. Вот эта тачка была реально сокровищем. Ну, сокровищем СТХ, я имею в виду, с пластиковыми колесами. Но это обычный, видите, СТХ нету сбоку. И даже вот так вот бывает нормально, а? Как вы считаете, нормальное явление? Ах, да. Куча приколов. Там и такси, которая еще ID-шкой шла в этих сериях, кстати. Тут она обычная версия. А, нет, это не Time Taxi, пардон, это Ford Escort. Но они очень похожи иногда бывают. По свету. Тоже он, хотя ID-шкой шел давным-давно. Еще один эскорт. Может, мы ID-шку здесь какую найдем сегодня с вами, а? Как вы думаете? А, красивый шкул-шейкер. Забавный. Слушайте, ну вот Pacific здесь прям несколько. То есть Viper есть. Смотрите, какая красота. Viper, если собираете, для вас будет. Старые троечки еще. Тут рядом, кстати, стенд технопарка. Где вы можете еще вот такое что-то китайское забавное найти. Или в банках. Технопарк строительный. Или в коробках, типа вот таких вот лодок. Еще чего-то. Автобус, смотрите, лежит. Нормально явление? Да. Много забавного. Что-то у нас такое. Да, ребят. Ну, это вообще какой-то китаец. А вот это уже технопарк пошел. Вертолет. Да, хороший магазинчик. Военное что-то. Лодочка валяется. Что-то такое лежит у нас тут. А, еще один вертолет. В общем, можно что-нибудь для себя забавное отыскать. Но что-то здесь как-то нормальных кастингов мало, не вертолеты. Так, по Hot Wheels. Если здесь что-то хорошее. Определенно старые кастинги иногда наводят на добрые мысли о том, что можно действительно что-то редкое подыскать для себя. Например, в какие-то годы вот эти тачки, они тоже были сокровищем. Хайт стартер, но я свой ТХ не нашел этих лет, уже 20-й год. В каком же году на ТХ-шка была? Напишите, кто знает. Слайдкик. Порш вообще, конечно, великолепно выглядит. Не, ну классный, классный, по-любому. Эвакуатор. Вот еще один такой Ford F100. Мусор куча. Если кто мусорки собирает, как я, вы будете довольны. Ну, в целом, вот так вот. На этом все, пожалуй, по этому магазину. Буду немножечко сейчас дальше уже продвигаться, двигаться. Последующим покажу вам еще, наверное, несколько охот сегодня. Планирую заснять. Так, что тут еще? Подождите-ка, есть циферки-пуперки. Тут бывают неплохие иногда тачки, неплохие наборы. Или маленькие велли бывают иногда в коробочках. Насчет их сейчас здесь не вижу. Если вы потом увидите на видео в повторе где-то что-то интересное, напишите мне. Kingsmart, кстати, очень прикольная серия грязных машин. Цены, правда, стали. Ё-моё, ёшкин каламыш. Они были раньше 14 турбасов наших, сейчас уже 20-ку стоят. О, прикольно, смотрите, какой. Для продажи. Даже мороженого можно угорать с этого. Так. Что-то реально сегодня не вижу маленьких вылет, только технопарки.
Но это крупный относительно кастинг. Я маленький, собираю один к 64 обычно. Так, по грину все, пожалуй. Это был грин, данамол. Тут я уже все прорыл. Идем дальше.